Добрый день, меня зовут Светлана Хитрова, я тренер Большого международного конного клуба «Продар». Сегодня я хотела бы поговорить о трех основных ошибках, которые делают все начинающие всадники, и о том, как эти ошибки исправлять. Самая первая и самая, пожалуй, распространенная ошибка – это неправильное положение ноги в стремени. Чаще всего мы можем слышать от тренера фразу «пятку вниз». Что это означает? Это означает, что пятка должна быть самой низкой точкой посадки всадника, и она должна находиться ниже носка. Для чего? Для того, чтобы всадник мог правильно балансировать в седле, правильно распределять свой вес, и вес опускался вниз, к седлу. Также для того, чтобы нога могла правильно балансировать стремень. Второй самой распространенной ошибкой является длинный повод. И тренеры часто говорят начинающим всадникам: возьми короче повод. Важно, чтобы всадник с самого начала учился правильно держать повод в руках и вырабатывал чувство лошади. Повод в руке должен находиться в правильном положении. Пальцы сжаты. Рука должна быть спокойная, мягкая, и в то же время повод не должен провисать. Третьей самой распространенной ошибкой является неправильное положение корпуса всадника. Чаще всего при различных нештатных ситуациях, при резком изменении движения лошади, всадники инстинктивно падают вперед. Поэтому очень важно быстро восстановить положение равновесия. Работайте над собой, улучшайте свою посадку и старайтесь, чтобы тренер как можно реже произносил эти три самые распространенные фразы.